Некоторые исследователи считают, что вкусовые пристрастия могут кое-что рассказать о характере человека. Например, кислую пищу предпочитают эгоистичные натуры. А вот сладости – романтики, личности, склонные к самопожертвованию. Помогут ли подобные знания хозяину сегодняшнего дня? Встречайте, психолог Борис Кулябин. В прошлый раз соперниками Бориса были шаман Русалина Селентай, дизайнер-модельер Юрий Шереметьев, певец-композитор и поэт Константин Крымский и вип-тренер по фитнесу Оксана Ешанькина. Борис превратил свой вечер в шахматную партию. К столу подавались салат-дебют из свеклы с сыром фета на закуску, суп «Ход конем» с фаршем и плавленным сыром на горячее и тыква «Эндшпиль» с орехами на десерт. Все блюда соперникам очень понравились, но, по общему признанию, они были слишком сытными. Забавное развлечение, знакомство с зороастрийским календарем, всех немало повеселило. И в целом, ощущения гостей от вечера были самыми позитивными. Борис набрал 360 баллов и разделил второе место с Константином Крымским. Титул же лучшего хозяина заслуженно достался Оксане Ешанькиной. К сожалению, я не смогу принять участие в суперигре. У меня очень много клиентов, я просто не могу их бросить. Дальнейшее участие в суперигре я хотела бы передать Борису. Он замечательный человек и очень хороший хозяин. Участие в суперигре накладывает на наших героев определенные обязательства. И прежде всего, это тематика вечера. Интересно, что придумал для своих гостей Борис? Ведь в суперигре он наверняка захочет улучшить свой результат. Я думаю, что сегодня Борис углубится в психологию, либо в астрологию, либо в какую-то из подобных наук и постарается дотянуться до сердца каждого из присутствующих гостей. О, Григорий. Доброе утро. Проходи, рад тебя видеть. Очень рад, Борь. Да. Ты знаешь, что ты сегодня попал на заседание масонской ложи? Может, я не вовремя? Нет, нет, вовремя. Ты мой гость. А, держи перчатки, потому что принято все в масонской ложе ходить в перчатках. Понял. Прошу. Угу. Я думаю, что у Бориса 100% есть какие-то секретики. Возможно, мы найдем скелет в шкафу или каких-то спрятанных загадочных животных, которых он никому не показывает. Уж слишком он темная лошадка. Гриш, проходи. Мы не у меня дома. Давай. А поскольку сегодняшнее заседание масонской ложи, мы будем проводить моего приятеля. Ага. Он тоже масон, мы называем друг друга братьями. Угу. Вот. И у него здесь много интересных предметов ритуальных, о которых я тебе хотел рассказать. Это посох, и это инструмент церемониймейстера, обрядоначальника. Угу. Это тот человек, который ведет весь сценарий заседания масонской ложи. И если приходят гости, они видят тот, кто с этим посохом, тот, кто управляет ситуацией. Ну, слушаться нужно. Я имею в виду по церемонии. Другого, да, но он как бы вот без его участия ничто не может произойти в ложе. Мне кажется, что Борис умный, разносторонний человек, и вполне вероятно, что в его квартире я увижу то, чего на данный момент даже не могу представить. Чужая душа потемки. Ты узнаешь, что это такое? Американская денежка. Да, да. Вот многие знают, и многих, может быть, это иногда напрягает, что здесь вот масонский символ. Да, пирамида без верха и всевидящий. Да, образ. Совершенно верно. Очень интересно, что по заказу именно американцев, когда дизайнеры рисовали этот доллар, вот это место это сделал наш российский художник. А что означает эта пирамида и глаз? Ну, глаз – это так называемое всевидящее око, это нечто, да, мы называем это великим архитектором Вселенной. Пирамида – это символ некой иерархии, и масонское братство – это некая иерархическая система. То есть, с одной стороны, масоны выбирают себе лидера, да, но когда они выбрали, они обязаны подчиняться всем его указаниям. Борис – человек образованный, грамотный, интеллигентный. Думаю, что в его квартире будет много книг. И книги не только по его основной деятельности. Наверняка у него будет много классики. Ну и, пожалуй, вот это. Я тебе остановлюсь. Эта книжка мне очень дорога. Александр Сергеевич Пушкин. Как ты думаешь, почему
Здесь Пушкин... А Александр Сергеевич тоже был масоном? Совершенно верно. Да ладно? Да. Я очень люблю Пушкина. И на самом деле, может быть, ты не знаешь, и Суворов был масоном, и Кутузов был масоном. И вот огромное количество интересных людей позапрошлого века были масонами. Вот, честное слово, не ожидал увидеть столько интересного и узнать такие подробности. Ничего нового не скажу, как только то, что гости не должны быть голодными. Это правильно. А для этого нам с тобой нужно обсудить меню званого ужина. Да, масон тоже должен быть сытым. Тогда на кухню. Идем. Уверен, что он умеет хорошо готовить, потому что в 52 года человек обязан уметь хорошо готовить. Это много опыта, много всего видел. Борис, безумно хочется узнать, чем сегодня порадуете своих гостей. Ты знаешь, я обратился к Александру Сергеевичу Пушкину. Послушай, Онегин. Пред ним ростбиф окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Предлагаю на закуску страсбургский пирог с паштетом и грибами. Поддерживаю. Так, основное блюдо? Основное блюдо – свиные котлеты «Братская цепь», запеченные с овощами и сыром. Как вкусно звучит. И, наконец, на десерт ананас агапа с изюмом. Полностью поддерживаю. Меню Бориса, нужно сказать, непростое. У него такие серьезные блюда. Борис очень интересный, интеллигентный, но вместе с тем очень простой человек. Поэтому и в меню у него пирог, котлеты. Мне это все понятно. Меню характеризует его как мужчину, достаточно стабильного, любящего классику, но в то же время с огоньком. В общем, я так понял, что все необходимые продукты, согласно Александру Сергеевичу Пушкину и согласно Евгению Онегину, его же нетленного, все у нас есть. Все закуплено. Прекрасно. Ну, тогда мы приступаем к таинству готовки. Итак, дорогие друзья, продолжается наша суперигра. И сегодня впервые за историю званого ужина мы должны приготовить три блюда для... заседания масонской ложи. Во как! А все потому, что мы сегодня в гостях у психолога Бориса Кулябина. Борис, ну, правила не меняются. У нас есть будильник, у нас есть 3 часа времени и у нас есть 3 блюда. Успеем? Успеем. Замечательно, я очень рад и доволен вашим ответом. Скажите мне, с какого же блюда мы начнем творить? Мы начнем с основного блюда. Свиные котлеты «Братская цепь», запеченные с сыром и овощами. «Братская цепь» – это когда одна свинья полегла за другую, наверное, да? То есть, и потом из них делали котлеты. Я уже представила себе котлеты, нанизанные на нитку, которые будут лежать по всему столу. Мне очень хочется посмотреть на это, и я надеюсь, что это будет вкусно. Борис, хочется узнать, из каких продуктов у нас будет состоять наше основное блюдо. Наше основное блюдо будет состоять из свинины на косточке, приправы для мяса, соевого соуса, сыра, майонеза, чеснока, помидоров, помидоров черри и оливок. Прекрасно. Приступаем? Приступаем. Только нам нужно снять перчатки, потому что настоящий масон должен содержать перчатки в чистоте. Согласен, хорошо. Ну что, Борис, начинаем? Да. С чего? Сначала нам нужно приготовить мясо. Для этого я беру кусок мяса, беру приправу для мяса и аккуратно посыпаю со всех сторон. Мне бы хотелось, чтобы это блюдо было острым, чтобы свинина была с ярко выраженным чили-перцем и приправлена корнем имбиря. Итак, мясо с приправой уложено. Я заливаю мясо соевым соусом. Оно должно постоять 10 минут. Мясо маринуется. Так. Я прошу тебя порезать колечками оливки и мелко-мелко помидоры. А я пока выдавлю чеснок и натру сыр. Хорошо. К свинине овощи подойдут прекрасно. Думаю, что будут томаты запеченные. Думаю, что это будет баклажан
или кабачок? Боря, а не страшно, если я спрошу такой вот серьезный вопрос? А почему ты решил стать масоном? Ты знаешь, это как-то произошло для меня случайно совершенно. Просто два моих друга вдруг меня пригласили на заседание. Сказали, хочешь, вот знаешь, такое масонство. Собственно, так и происходит. Вообще масонство не принято рекламой заниматься. Это все очень интимно, конфиденциально. Знаешь, ну, называется тайна, но на самом деле я считаю, что там тайны особенно и нету. Вот. Я думаю, что даже это слово «тайна», оно немножко мешает. Мешает тому, чтобы как-то об этом больше узнали. Есть такой стереотип, что масоны хотят завоевать мир. Слышал. Это совершенно не соответствует действительности. Наоборот, основной принцип масона – это изменять себя. То есть точить свой камень. Почему масоны там вместе это делают? Да, потому что эти камешки, потом вот эти ровные камешки мы складываем и строим храм не только своей души, но и храм вокруг себя. Вот, и поэтому, если поменяюсь я, то, скорее всего, что-то поменяется кругом. Например, мои знакомые, родственники как-то будут изменяться. Мне Борис, как человек, очень импонирует. Во-первых, у него трое детей, он настоящий семьянин, он любит свою жену, и это видно невооруженным взглядом. Он дорожит всеми семейными ценностями. Мне это очень нравится. Григорий, мы нарезали все для соуса. Теперь мы должны приготовить мясо к запеканию. Хорошо. Я готовлю соус, все перемешиваю. Нам нужно приготовить противень. Вылей на него масло. Хорошо. Гриш, не жалей масла, не жалей. Будет сочнее. Чем больше масла, тем лучше. Так, соус готов. Противень с маслом есть? Отлично. Теперь мы берем мясо, кладем на противень и поливаем сверху соусом. Борь, да. Скажите, а откуда такой рецепт? Ну, мы же с тобой читали Евгения Онегина. Это Александр Сергеевич Пушкин, масон. С тех времен? Да. Смотри, мы положили куски мяса рядом, плотно. Чтобы чтобы соус не экономнее использовать. Так. И получается, видишь, как поляна из соуса. Масоны экономные? Да, конечно. Ну, экономные – это вообще хорошее качество. Ну, в общем, а с другой стороны, масоны занимаются благотворительностью. Григорий, теперь все готово для того, чтобы поставить мясо, противень с мясом в духовку. Угу. И мы должны 40 минут запекать это при температуре 200 градусов. Ну, аппетит у Пушкина был хороший. Да? Отлично. Гриш, пока мясо готовится, мы с тобой приготовим другие блюда. Давайте. И давай начнем с десерта. Ананас Агапа с изюмом. Поддерживаю. Багама мама, Агапа папа. Не знаю, это, видимо, в ананас напихают изюма, поржут над этим делом, и нам подадут на десерт. Я хорошо отношусь к изюму, но не представляю, как он может сочетаться с ананасом. Надеюсь, это сочетание меня не разочарует. По мне, так надо сухофрукты отдельно есть, а фрукты отдельно. Я никогда не смешиваю подобные ингредиенты. Борь, скажите, из чего у нас будет состоять ананас Агапа с изюмом? Десерт состоит из ананаса, йогурта, изюма, кокосовой стружки и апельсина. Григорий, я попрошу тебя мелко нарезать ананас. А пока ты будешь резать ананас, я натру цедру, выжму апельсиновый сок. Ну и потом мы соединим ингредиенты. Хорошо. Ананас – это хорошо. Это добро в чистом виде. Вкусный, тропический. Потом он прекрасно сжигает калории там, и действует как расщепитель жиров. Там вообще есть масса прям плюсов. То есть вот ананас, ананас – президенты. Откуда название вот? Агапа. Что это? Агапа – это значит любовь. На каком? Не знаю, по-моему, на греческом. Но дело в том, что вообще агапой называется весь ужин масонский. Да, но я решил назвать это блюдо, оно будет последнее, завершающее, десерт, такой сладенький. Ну, мне кажется, оно должно напоминать такую сладкую братскую любовь. Я не очень люблю сладкое. Я надеюсь, что Борис не зальет это все сгущенным молоком, не посыпет сахарной пудрой. Потому что ананас и изюм сами по себе достаточно сладкие фрукты. Излишняя сладость здесь будет ни к чему. Борь, да. Как вы относитесь к тому, что судьба, ее кулинарное провидение,
дало вам второй шанс на участие в нашей программе, да еще и в суперигре. Григорий, это было, конечно, совершенно неожиданно. Если помнишь, я же не занял первое место, я занял второе место, да. Но Оксана, которая великолепно нас встретила, вот она как-то любезно уступила мне участие в лидерской программе. А была ли проведена колоссальная психологическая работа над вопросом, почему же все-таки Кулябин не выиграл? Аналитическая работа, да. Да. Ты знаешь, я не проводил специальную работу, но я понимаю, конечно, Оксана хозяйка, хозяйка положения, она хозяйка в семье, и, конечно, у нее больше опыта. Угу. Вот, поэтому я думаю, что не я проиграл, а просто я не выиграл. Просто ты уступил место хозяйке. Да. Что-то мне подсказывает, что Борис не будет для меня серьезным соперником, потому что он человек все-таки более спокойный, а я вот, например, боевая девчонка, и я постараюсь сделать вечер веселым, а у Бориса, я думаю, он будет спокойным. Так. Боря, я закончил с ананасом. А я закончил с апельсином. Ура. Григорий, теперь я попрошу тебя добавить в ананас изюм и кокосовую стружку и хорошо перемешать. Хорошо. А я приготовлю заправку. Все очень просто. Борис соединяет йогурт с апельсиновым соком и все перемешивает. Я же тем временем добавил к ананасу и изюму кокосовую стружку и тоже все смешал. Теперь я хочу тебе показать, как будет выглядеть десерт. Так, давай. В креманку Борис выкладывает салатную смесь из ананаса и изюма и приправляет ее соусом из йогурта и апельсина. Делаем 5 таких порций для каждого из гостей. Ну вот, десерт готов. Теперь мы разместим в холодильнике весь десерт. Перед подачей я украшу десерт взбитыми сливками. Гениально. Ну, в общем, все гениально и просто. Мы справились. Борис, какое у нас блюдо дальше по плану? У нас закуска. Угу. Страсбургский пирог с паштетом и грибами. Пирог на закуску – это очень здорово. Главное, чтобы тесто Борис приготовил сам, пирог был сочный, и тогда закуска будет великолепна. Я сама пеку пироги и с мясом, и с рыбой, и с овощами, что только не делаю. Но вот страсбургский пирог я никогда не пекла и не пробовала. Наверное, это что-то немецкое, что-то вот из той области. Думаю, что, наверное, это какой-нибудь птичий паштет в немецком стиле с грибами. Отлично. Борь, а можно будет узнать, какие необходимые продукты войдут в состав этой замечательной закуски? Тесто готовое, дрожжевое, слоеное. Угу. Маслины, мука, консервированные шампиньоны, яйцо и паштет из гусиной печени. Я предлагаю начинать немедля и не откладывать. Отлично. Я займусь тестом, угу. А ты займись начинкой. Порежь тонко шампиньоны и смешай с паштетом из гусиной печени для нашего страсбургского пирога. Хорошо. Не все знают, что изначально страсбургский пирог не столько пирог, а паштет, запеченный в тесте. А делалось это для того, чтобы паштет дольше хранился. Ну а путаница с названием связана с французским словом «пате», которое означает и паштет, и пирог. Борь. Я, конечно, прошу прощения, но начинка для страсбургского пирога точно должна так быть? Точно, готова. Я вижу, ты молодец. Все, тогда я все сделал. А я, кстати, приготовил тесто. Так. Давай теперь формировать пирог. Давай сюда противень. Пожалуйста. Раскатанный лист слоеного теста переносим на противень. В центр по кругу выкладываем начинку. Круг – это некая такая правильная форма. Угу. Да? Масоны, когда садятся что-то обсуждать, они садятся в круг, чтобы все были в равной ситуации. И мне кажется, пирог – это символ как раз этого круга равенства и братства. Затем аккуратно подворачиваем края, формируем круглый открытый пирог. Насколько я знаю, он может быть и закрытым, и открытым, и закрытым. Вот если, например, ты едешь куда-то в дорогу, лучше можешь сделать закрытым. Последнее, что остается сделать Борису – смазать поверхность пирога сырым яйцом. Так, ну что, пирог у нас готов отправиться в духовку. Ага. На 15 минут при температуре 180 градусов. А мясо, я так понимаю, уже готово? Да, мясо готово. Вынимаем? Вынимаем. Я все-таки люблю, если это пирог, ты назвался пирогом, так уж будьте добры, закройте тестом с двух сторон, и все. А то знаешь, как бывает, там тесто не доложит сверху, там, например, и он открытый тебе пирог. Нет, знаете ли, тут нельзя так народ обманывать. Если хочешь,
написать пирог. Сделай с двух сторон. Друзья мои, ну просто вот око радуется, да зуб не имет, глядя на такую красоту. Борь, у нас готово мясо? Да, по визуальному признаку готово. Теперь я тебе покажу, как формируется одна порция. Кладем мясо. Так. И украшаем помидорами черри на веточке. Вот на это веточке. Котлета! Всем котлетам котлета! Ну что, вот мы и дождались. Да. Закуска? Я говорю, да, пирог, по-моему, готов. Давай проверим. Давай проверим. Да, готов пирог. Так, как ты будешь знаешь, я подам его целиком, но перед подачей порежу на дольки и украшу маслинами. Ну, замечательно. А может, вы не весь съедите? Ну, тебе оставим, Григорий, обязательно. Мы справились с закуской. Страсбургский пирог. Борис, ну, кажется мне, что самое время посмотреть на часы. Да. Проверяем. Замечательно, успели. Ура! Отлично. Я желаю удачи, желаю победы. И твердо верю в то, что все, кто соберутся сегодня на заседании масонской ложи, будут сыты и довольны. Я тоже в этом уверен. Точно? Спасибо тебе, Григорий. До встречи во время десерта. До встречи. С вами второй званый ужин «Суперигры». Его хозяин, психолог Борис Кулябин, исполнен сознания важности и торжественности момента. Пора встречать гостей. О, Катя, привет. Здравствуйте. Вот, рад тебя видеть. Катя, ты сегодня попала не просто на званый ужин, а на масонскую вечеринку. Никогда не была, очень интересно. Я очень рад. И по традиции на масонской вечеринке все одевают такие белые перчатки. Спасибо, Борис. Борис встретил меня очень дружелюбно, и было видно, что он хочет посвятить меня в свою тайную жизнь. О, Маша, молодец. Ой, Борис, проходи, пожалуйста. Какой же вы красивый. Ну, сегодня, знаешь, у нас непростая вечеринка, сегодня заседание масонской ложи. Ой. Ты можешь принять участие, если ты оденешь эти перчатки. Спасибо, с удовольствием. Я, в принципе, не очень хорошо знаю, что такое масонство. Но мне было интересно, что же это за вечеринки такие, что на них происходит. Поэтому я с удовольствием погрузилась в новую для меня атмосферу. Денис, привет, проходи. Ну что, ты сегодня попал на масонскую вечеринку. И вот эти перчатки – это необходимый атрибут, поэтому ты раздевайся, одевай их, и ты уже в теме. Я остолбенел буквально вот от увиденного, да? Хорошо, я тебе объясню. Ну, прекрасно. Проходи. Спасибо. Он сумел так вот прямо сходу дать мне вот этот вот символ белых офицеров, аристократии, утонченности какой-то. То есть это отличная идея. Маша, Денис, Катя, обратите внимание, что я накрыл на четверых. Кстати, о птичках. Вы знаете, мне сообщили, что Женя больше не участвует в званом ужине. Ну, я не думаю, что так все страшно. Но мне тоже удивительно, потому что, мне кажется, вчера был хороший, очень добрый вечер. Ну, я не знаю. Мне хочется шоу, мне хочется эмоций, мне хочется жизни. Мне хочется улыбок, слез и всего-всего. К сожалению, с этими людьми я этого не получу, этого не будет, и поэтому я отказываюсь от дальнейшего участия. Ну, тем не менее, я предлагаю продолжать наши игры, и я предлагаю вам походить по квартире, посмотреть, а я пока пойду на кухню. Когда я узнала, что Женя отказался от дальнейшего участия, мне это не понравилось. Возможно, он испугался сильной конкуренции, ушел, поджав хвост. Это было совершенно не по-мужски. Ну, пусть это остается на его совести. Значит, ему было некомфортно с веселыми, добрыми людьми. Ой, смотрите, кстати, сколько интересных предметов тут. Ну, давай возьми что-нибудь уже. Борис нам покажи приготовил. Возьми что-нибудь. Беру. Конечно, фотографию давай посмотрим. Так, ну, во-первых, жильцы, кто здесь у нас? Ну, это два его сына и дочь. Откуда ты знаешь? Борис говорил, правда, что у него говорит. Трое детей. Они между собой очень сильно похожи. Да, и мальчик с девочкой, смотри. Хорошо, уговорили. Че, уговорили? Конечно, уговорили. Беленькие все такие, голубоглазенькие. Светлые такие, да? Добрые лица. Все дети выглядели очень счастливыми. Они похожи друг с другом. Они обнимались. Ну, полная идиллия. И бесконечное семейное счастье. Мне очень понравилось. Ой, какой серьезный предмет я вижу здесь на полочке.
Это холодное оружие. Аккуратно. Ты смотри, не маши. Может быть острым. Не маши. Не махай. Ой, молодец, поправил. Ой, смотри, смотри, какая штука. Он бывал в боях и вонзали его врага. И здесь было сердце на этом месте. Ну, дай посмотреть-то, что там. Ты все-таки девочка, он его может не удержать. Если бы я его не поддерживал. А что это за значок, интересно? Это значок, это, я думаю, что фамильный герб Бориса. Такой огромный, страшный меч в квартире, где есть детишки, по-моему, плохо. Мне кажется, не должно быть таких вещей. Для чего это нужно, не знаю. Антиквар. Ка. Моцарт. Тарелка. Моцарт такой, прям как живой, слушайте. Вот, да. Я не видела живого, не знаю. Как сейчас помню. Заходит ко мне живой Моцарт. И вот именно так и выглядит. Интересно, это потому что он коллекционирует у нас, Борис, тарелочки? Может быть, он классической музыкой увлекается? Может. Я предполагаю, что тут акцент был на том, что Моцарт был масон, и там он был известный такой. Вот, и, в общем-то, все сразу, хоп, ассоциативно. Раз Моцарт хороший музыкант, значит, хороший масон, значит, масоны хорошие люди. Вот. Связь такая. А тем временем Борис закончил оформление закуски. И блюдо с тайными знаками подается к столу. Страсбургский пирог. Ой, боже, какое счастье. Интересно. Треугольник такой по центру. Да, началась, масонская вечеринка началась. Внешний вид мне очень понравился. Края теста были запечены, хрустящая корочка была сверху золотистая. И внутри Борис выложил треугольник из маслин. Это было очень интересно и оригинально. Масонская вот трапеза, она называется агапа. И она начинается всегда традиционно. Вначале мы зажигаем свечи, как бы открываем наше пространство. Это первое. Второе. Сначала масоны пьют три первых тоста. Прошу вас. Третий. Это нет, первый, второй, третий. Итак, первый тост масоны произносят в благодарность тому, что они живут на своей родине, и они пьют за Россию. И они говорят так: ура, 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 ура. Немножко пригубили. Я не думаю, что, чтобы проникнуться в атмосферу масонства, нужно трижды выпить. Дело не в этом. Хотя это был интересный ход для того, чтобы расположить гостей. Надо подумать, кстати, может быть, мне нужно предложить раз 10 выпить, прежде чем начать есть. Ну, потом все садятся и, собственно, начинают трапезу. На старте скажу все. Я готов вам положить страсбургский пирог. Ты украсил маслинами. И в виде треугольника это что-то означает? Ну, треугольник – это один из масонских знаков. Знак, да? А почему страсбургский? Я не знаю точно, но версия, что где-то он там родился, вот в этих краях. Корни, этой идеи. Да. В первой главе Евгения Онегина там Пушкин описывает, когда Онегин пришел к своим друзьям там, в ресторан, да, и вот подают страсбургский пирог нетленный. И вот нетленный, ну, я думаю, что это имеется в виду, что он не скоро портящийся. Ну все, я поняла. Я думаю, что и масса классиков описывали разные блюда, и у Пушкина он взял только название, а в дальнейшем он использовал другие ресурсы для того, чтобы извлечь рецептуру. Борис, вы меня удивили. Неужели? Потому что я, правда, никогда не видела пироги с паштетом. Не видела и не пробовала никогда. Вкусно, я вам хочу сказать. Прям паштет с пирогом. Или пирог с паштетом. Вот, нет, пирог с паштетом — это когда много пирога и мало паштета, как обычно, по-советски. Да? А тут прям паштет с пирогом. Это был очень глубокий пирог, открытый, и там было много-много-много начинки. Вот ее было настолько много, тотально много, что я вообще не понял, что это. То есть это скорее было похоже даже на жульен какой-то такой, только в тесте. Очень мягкий, нежный вкус, интересный. Хорошая консистенция такая, и грибы чувствуются. Не то, что по запаху они там есть, а вот прям вот на вкус чувствуется, это хорошо. Вот, сейчас тесто попробуем. Тесто даже не чувствуется, вот, да? Вот, ты понимаешь? А я вот не люблю, когда много теста. Вот, естественно, ты как даже девочка должна это лучше всех знать. О! Да, что тесто – враг номер один. Я не могу себя назвать любительницей теста, поэтому то, что начинки было гораздо больше, меня нисколько не смутило. Ну, вполне нормально. Для тех, кто любит тесто, можно пойти в магазин и купить в магазине пирог. Там теста будет точно больше. Я еще не могу понять это блюдо. Единственное, что мне нравится, ну, не единственное, что мне нравится, что
мало теста, и оно не утяжелило весь пирог. Я не представляла, как это все может сочетаться вместе. Паштет, грибы. Но так очень вкусно, сытно, но не тяжело. И вкус достаточно новый и ненавязчивый, он достаточно приятный. Мне понравилось. Пирог мне не очень понравился, потому что я не очень люблю паштет. В сочетании с грибами он не открыл для меня ничего нового. И мне попались куски сырого теста. Поэтому я разочарована данной закуской. Я пошел за основным блюдом. Ура! Иди. Ждем. Ура, ура, ура! Масонский званый ужин у психолога Бориса Кулябина продолжается. Сейчас его гости отведают основное блюдо. Боже, ой. Свиная котлета, братская цепь. Красота, Борис. Вы, наверное, хотите спросить, а где же котлета? Где же связь? Именно об этом я и хотела спросить. Надеюсь, что связь не случайна. Для меня это было тоже удивительно. Опять же, возвращаясь к любимому масону Александру Сергеевичу Пушкину, в той же главе «Евгении Онегине» он сказал: «Свиная котлета». И оказывается, котлета, и сейчас за рубежом, это мясо на... Костик. Совершенно верно, кости. То есть там вот у вас у всех есть такая маленькая косточка. Внешний вид основного блюда мне очень понравился. Оно было красивым, интересным. Вот эти помидоры так дико брошенные, так наотмашь, так в тарелку, на. И в этом было что-то такое мужское. Очень вкусно. Мне очень понравилось. Мясо сочное. Ножи, в отличие от вчерашнего вечера, острые. Как ты уже так благодаришь, как будто уже есть не будешь. Нет. Мне просто очень понравилось первого кусочка. Спасибо. Сверху вот эта вот овощная смесь с майонезом, может быть, с сыром еще, да, по-моему. Очень вкусно. Мне очень понравилось. Я бы убрала из верхней овощной корочки оливки, оставила бы только сыр, помидоры, майонез. Ну, мне кажется, оливки придали какой-то терпкий вкус, который мне не очень понравился. Мясо, судя по всему, запеченное. Да. Я, честно говоря, мне не получается сделать вот так вот нежно и мягко. Поэтому ты большой молодец. Приятно. Ты смог сделать мясо мягким, нежным. Оно получилось такое ароматное. Женский вариант. Да, ну, нам не нужны острые ножи, чтобы все это дело резать. Конечно, мясо было не самым легким основным блюдом, потому что там был и майонез жирненький, там был и сыр, и мясо, надо сказать, было тоже жирком, оно было совершенно не постненькое. Наверное, это такой мужской ужин, настоящий, так, чтобы поесть. Я в шоке, потому что мне очень нравится сочетание вот такой вот овощной подушки сверху на котлете. Соответственно, хорошее сочетание правильных овощей с натуральным мясом. Котлета не излишне пряная и не пресная. Мне очень порадовало, очень порадовали помидоры. Потому что они, ну, в такой вот в подаче интересны. Если бы я готовил это блюдо, я бы сделал поменьше майонеза, наверное. Вот. И побольше диких помидоров. Свинина просто идеальная. Спасибо большое. Спасибо, Пушкин. Скажи, пожалуйста, неужели ты серьезно относишься к масонству? Неужели вот эта вечеринка – это не только игра? Ты же такой вроде бы взрослый, серьезный. Я чего-то недопонимаю. То, что здесь происходит, конечно, это некоторая игра. Да, в масонство. Но масонство заняло в моей жизни очень много, потому что я 19 лет в масонстве, в российском масонстве. И, конечно, для меня это, прежде всего, какие-то духовные практики. Вот я как-то нашел себя там, и те люди, которые меня окружают, мне очень приятны. Ну, конечно, знаешь, как мне однажды один французский масон сказал, настоящий масон, веселый масон. Все-таки ключевое слово здесь некоторая игра такая, мужская, прежде всего, игра. Вот я, кстати, вам тоже распределил здесь роли. Вот я, например, вот тот человек, который сидит и управляет вот этим, это его называют досточтимый мастер. А вот это символ обряд-начальника или церемонии мейстера. Он сопровождает. Мне надо. Да. Ну, вы можете поменяться ролями. Я тебе предложил другую роль, Денис. Вот так это вот моя! Меч. Да, да. Так что можешь управлять ситуацией. Да? Управляй. Денис!
Будь осторожен. Возьми этот замечательный меч. Мне кажется, он будет тебе пойдет. Меч-леденец? Вот, смотри как. Ну, просто вот, да? Да. Просто рыцарь. Да. Отлично. Значит, я угадал. Это ты, как бы главное лицо досточтимый мастер, а напротив него сидит так называемый привратник. А привратник обычно это в прошлом тоже досточтимый мастер. Катя, у тебя роль оратора сегодня. Оратор, на самом деле, это не столько человек, который говорит, сколько тот человек, который следит за соблюдением порядка. Вот, и, может быть, в каком-то смысле каждый... орудием является вот каким-то часы. То есть, да? Ты наблюдаешь за порядком. Ну, я думаю, что он тоже, Борис, к этому тоже отнесся несерьезно. Ну, так, ну, вроде бы, как у них это положено. И вот, чтобы мы тоже понимали, что у них там происходит, какие там у кого роли. Мне кажется, Борис совершенно верно распорядил роли. Они подходили каждому из гостей. Ну, я думаю, в этом помог его психологический опыт. Ну что ж, дорогие мои друзья, сейчас я вам предложу развлечение. Развлеки нас уже, пожалуйста. Я думаю, что будет либо легкая светская беседа, либо мы уклонимся в психологию. Мне было бы очень интересно, если бы Борис на развлечение предложил какие-то психологические тесты. Борис предложит в качестве развлечения нам ввести нас в гипноз и выведать у нас какие-нибудь... пин-коды от кредитных карт, там, шифры от сейфа. Прежде всего, нужно выполнить следующее условие. Надо надеть на глаза вот такие повязочки. Что-то мне это перестает нравиться. Я вас лишил на какое-то время вот одного из органов чувств. И смотрите, вы всегда смотрите вокруг. А сейчас я дал возможность вам посмотреть в себя. Представьте себе состояние человека, которого принимают масоны. У него есть возможность что-то понять о себе. И если вы превращаетесь в масона, то получается старая жизнь ваша как-то заканчивается на этом. А раз старая жизнь заканчивается, то это некоторая смерть. Представьте себе, что у вас умирает сейчас тот человек, который жил до сих пор. И я попрошу вас через 10 секунд снять повязки и ответить на... несколько вопросов, касающихся как бы вашего завещания. Ну, какое-то это вообще прям... умираете, называется. Чувствуете, как вы умираете? Мне это было, ну, не по себе, правда. Мне это не очень нравилось. Я бы с удовольствием похихикала и потолкала бы локтем своего соседа, но нам сказали, что нужно быть серьезными и серьезно думать о том, что мы умираем. Напугал ты, Господи. Итак... вы отвечаете на 4 вопроса. Первый вопрос. Что я желаю миру и человечеству? Второй вопрос. Что я желаю своей стране? Что я желаю своей семье? И что я желаю себе? Для меня не было шокирующим просьба Бориса писать себе завещание. Это нормальное явление, юридический момент, который делают все люди, в принципе, рано или поздно. Просто, может быть, рановато, но другой вопрос. Но не проблема совершенно. Вот если бы он предложил бы заживо захоронение какое-нибудь или еще что-то, это уже другой вопрос. Интересно. Хотя тоже интересно попробовать. Маша, миру и человечеству желает мира миру и человеку мира. Стране вечности, ух ты, семье здоровья, спокойствия, любви и тепла. Себе родись, дорогая моя, такой же, только более смелый, решительный и более уверенный в себе. Иден. Миру и человечеству нет войне, всем всех любить. Стране богатеть, семье плодиться и процветать. Отлично. Себе иметь смысл и реально жить легко. Нет, иметь смысл и ради кого жить. Ради кого жить легко, ценить момент. Совершенно замечательно. Катя. Миру и человечеству желает любить нашу землю, жить в мире без войн. Я бы не хотела, чтобы мои мысли, самые сокровенные, слышал кто-то еще. Но я постеснялась попросить его не зачитывать их вслух. Единственным светлым пятном было это сожжение этих несчастных бумажек. Ну, это как-то меня хотя бы развеяло. Я сжигаю ваши завещания. Я не могу. Конечно, это была игра. Конечно, вы не умираете, но вот
те переживания, которые, мне кажется, у вас были, собственно, ради этого я и пригласил вас на это развлечение. О, это хорошо. Заседание масонской ложи на званом ужине у Бориса Кулябина постепенно близится к финалу. И сейчас к столу подается десерт. Ой, да. Сливочки, сливочки. Кого красиво. Хочу. Это десерт, который называется агапа. В переводе любовь. О, ну, понятно, что любовь у нас мне пришла. Я не могу. Дело в том, что, Денис, я упрощу ситуацию. Вообще вся трапеза масонская называется агапа. Так что ты уже попал. Внешний вид десерта был достаточно банален. Креманочка и сверху взбитые сливочки. Ну, там что-то такое ананасоподобное и с еще и коричневыми вкрапинками. Ананасик с кокосиком. Угу. Кокосивенькая стружечка тут. На ананасике-то приютилась. Я очень рада, что ты не использовал консервированный ананас. А именно свеженький. Кокосовая стружка ему придает еще больше свежести. По вкусу десерт оказался свеженьким, но я не люблю кокосовую стружку. И, на мой взгляд, она была там излишне. А мне нравится, что любовь. Десерт твой... Это такая холодная любовь. Он холодненький. Он освежает твой десерт. И ананасик, он такой приятненький. Действительно хорошо, что не консервированный, да, там сахар, это все чересчур сладкое. Да. А это прям такое освежающее-завежающее. Несмотря на то, что я не люблю изюм. Да? Мне его, видимо, попалось немного, поэтому десерт твой пошел. Если бы я готовила подобный десерт, то я определенно убрала оттуда бы изюм. Кокосовую стружку, добавила бы, наверное, клубнички, может быть, бананчика. И, наверное, на сливке потерла бы шоколад. Для меня был абсолютным, конечно, непонятным пунктом изюм. Внимание, вопрос, зачем он здесь? Потом я понял, я открыл этот секрет. Изюм – это то, об что стукается твой зуб, понимаешь? А ты, когда что-то жуешь, понимаешь, изюм, он придает ощущение того, что ты... Как бы, ну, не просто и все растаяло, ты ешь. Да? Да, ты что-то ешь, ты с чем-то борешься, сопротивляешься. Чем отличается напиток от еды, да? Вот, изюма, наличием изюма, да. Ты еще секрет большой Бориса открыл, он сам не знал, зачем он его туда положил. В целом, вкус десерта был лучше, чем его внешний вид. Я его съел целиком и, в принципе, остался доволен. Изюм, конечно, там был тупо зря. И сливки я бы заменил на какой-нибудь сироп. Большое вам спасибо. Наш вечер агапа заканчивается. И, как я обещал, традиционно звучит еще последний такой тост. Я хотел бы, чтобы вы подняли бокалы. Я скажу этот тост. И обычно мы не чокаемся. Это такое некоторое прощание. Любезные друзья, по древнему обычаю вольных каменщиков, прежде, нежели закроется сия застольная ложа, помыслим о братьях, рассеянных по лицу земли, и пожелаем страждущим утешения, болящим исцеления, счастливым смирения, несчастливым улучшения их участи. И да будет так. Да будет так. Борис немножечко переборщил. Думаю, что такие серьезные вещи нужно делать наедине с самим собой, а не в компании, тем более пока еще мало знакомых людей. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Ну, как вам званый ужин в масонской ложе сегодня? Необычно. Мы тут уже все омасонились. Очень интересно. Очень интересно. А почему без перчаток? Наверное, я еще не созрел. Ну, друзья мои, ну что ж, вечер подошел к концу. Званый ужин закончился, и я желаю вам всем удачи в нелегкой, скажем так, работе, в нелегком труде выставления оценок. Я думаю, что Катя мне поставит 90 баллов. Мне кажется, в общем, ей понравилась атмосфера вечера, ей понравилось основное блюдо, но не очень понравился десерт. Я ставлю Борису 70 баллов, потому что атмосфера сегодняшнего вечера была достаточно приятная. Но из всех блюд мне понравилось только основное блюдо, а его развлечение меня немного напугало. Маша поставит мне 90 баллов. Я думаю, что ей понравилась еда,
но не очень понравилось развлечение. Я думаю, что она ждала положительных эмоций. Мне очень понравилось у Бориса в гостях, но я ставлю ему 80 баллов только потому, что мне не очень понравилось развлечение и тематика вечера. Денис мне поставит 100 баллов просто даже за одно развлечение, потому что мне кажется, он понял его глубину. Борис, конечно, большой молодец. Он сделал вечер хорошим, еду вкусной. Было, в общем, все интересно и занимательно, и он подобрал ключи к нам. Вот. Но всегда можно что-то добавить, и когда вечер, тогда, наверное, 100. Сейчас 80, но это очень хорошо для меня. Старания Бориса Кулябина его соперники оценили в 230 баллов. Считается, что выпадение даже одного кирпичика может повлечь за собой обрушение всего здания. Однако я совершенно уверен в том, что званый ужин выстроен на качественном фундаменте. И даже несмотря на то, что Евгений Руднев покинул нашу программу, шоу продолжается. И накал борьбы вряд ли станет меньше. Завтра мы встретимся в доме менеджера по персоналу Екатерины Зарицкой. Смотрите суперигру званого ужина на телеканале РЕН-ТВ в то же самое время. Счастливо! Консервированные шампиньоны, яйцо и густет из... Густет. Борис, очень хочется узнать, какие необходимые продукты это. Помимо густета из гусиной печи. Мука, консервированные шампиньоны, яйцо и паштет из гусиной печени. Чего ты молчишь, блин? Я же тоже скажешь.